Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Сегодня поговорим об одной важной проблеме в саду. Это что делать с волчками. Волчками называют однолетние побеги плодовых деревьев, которые вырастают в ответ либо на обрезку, либо на какие-то благоприятные факторы, такие как внесение избыточного количества удобрений, либо наоборот на неблагоприятные повреждения ветви, заболевания ветви, и растение выдает эти волчки для компенсации изреживания кроны. Для того, чтобы крона не загущалась, их, конечно же, надо удалять. Что с ними делать и как удалять их правильно? Дело в том, что если мы обрезаем волчки, и многие с этим сталкивались, то на месте этого волчка может вырасти один, два или даже больше, целый куст этих волчков. Поэтому самым правильным способом удаления волчка является его выламывание. Выламывание с пяткой. Выламывание таким образом, чтобы мы удалили не только саму ветку, но и вот это вот кольцо, где находятся почки возобновления. И в случае, если мы вот так отрежем этот волчок, то из этих почек у нас снова проснутся новые волчки. Для того, чтобы они здесь опять не появлялись, мы их просто выламываем с пяточкой. Чем глубже вы его выломаете, тем меньше вероятность, что на месте этого волчка вырастет новый. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал «Процветок».